Всем привет, с вами канал Art Money. И сегодня снова иду к Женьке на свидание. И нахожусь я вот на остановке Телецентр. Чуть-чуть хочу рассказать про нее. Когда-то мы с Женькой очень воевали за парк, лесопарк. Это на окраине города есть лесопарк. Мы как-нибудь туда попадем. По-моему, даже была у меня где-то запись его. Там большой такой лесопарк, как, наверное, 3-4 наверное, поля. Его хотели срубить. И мы с Женькой его отстаивали. И вот я помню, как-то раз было, сказали, будут сбор людей для какой-то информации. Ну и, короче, сказали, собираемся возле телецентра. А никто не знает, где это. Что за телецентр? Давай пойду в АГИС искать там. Яндекс.Карты. Нигде никакой информации нет. Но это было давно очень. Это было почти 8 лет назад. 9 даже лет назад, наверное. Вот, нигде информации никакой нет. И так никто не пришел в итоге на встречу. И опять в группе пишут, а почему вы не пришли? Мы вас ждали. Мы спрашиваем, да где же этот телецентр? Говорит, ну, там, телецентр. Ну, приходите, что же вы? А сейчас вот я еду на автобусе и думаю. Как раз вот остановка называется это телецентр. Думаю, вот она, оказывается, где. Это, оказывается, район парк Гагарина. У нас там парк Гагарина есть, мы там были с вами. Весне, да. А летом так я и не дошла. В следующем году, я думаю, в следующем году. И потом тоже обязательно дойду. Вот он, оказывается, этот телецентр. Могли, я думаю, на тот момент просто сказать, парк Гагарина. Все, все бы поняли, все бы пришли. Тут телецентр как непонятно, что это такое. Где это вообще находится? Я вообще думала, где-то на окраине, там я какую-то, я помню, подобную нашла, что-то где-то на окраине, мы даже потом с мужем приехали туда, ничего там, никакого сбора нету, короче, что-то такое вот. 4 минуты почти. Здесь вот церковь такая, смотрите, классная, очень красивая. Там горка опять. Там парк Гагарина у нас. Колесо. Ну, я надеюсь, в следующем году мы с вами уже сходим туда. Зимочка немного подрастет. Так, сейчас мне надо найти мой светофор. Где светофор-то? Тишина, машины кругом. Иду по солнышку, так тепло, жарко же становится, как летом, только в шапке, сапогах и куртке. У нас сегодня суббота, все готовятся к Новому году. Вот какой-то там, по-моему, 6 или 7 декабря. Ну, блин, я представляю, что в магазине. Кстати, сейчас в магазин зашла, купила ложечки-вилочки позолоченные. Золотые, там очень, ну не очень, но много народу было. В прошлые выходные черная пятница была, народу было гораздо меньше. Сейчас много. Я ж тебе
тебе объясняю. Он пропищал. Хочу. Слышишь? Нет, подожди. Что? Ты мне скажи. Мы ни о чем не разговаривали. Я тебе говорю, он пропищал. Я проходила. Ленька сидела на диване. Я проходила. Говорю, и там он пропищал. Ну давай, совсем давай. Я не знаю, я о чем. Что ты говорил? Ничего. Ну что ты говорил, скажи. Ничего не скажу. Ну скажи, подожди. Ничего. Подожди. Пойдем. Ну почему? Ну ничего не скажу. Ну память останется нам. Ну давай. Ну кто пропищал? Кто? Кто? Он. Кто? Какой он? Ну он пропищал. Я проходила, он пропищал. Кто? Телефон. Нет. В магазине я проходила, а он пропищал. Охранник что? Да не, дурак. А кто еще в магазине стал? Он пропищал, тебя повторяет. Да ну ты. Облила я, Женька. Покажись, покажись. Ну. А, и я вся вон мокрая. Открывала бутылку. Говорю, Женя, открой, пожалуйста, мне бутылку. Давай сама. А сама я ее как взяла. Видать, она сболталась еще вся. Как открыла. И фонтан. Ну, поднися, что ли, чуть-чуть. Идешь прям посередине. И я вместе с тобой. Сходили мы в Ашан. Потом я запишу ролик. Чем мы там купили? Здесь вход закрыт. Леонардо. Вход закрыт что-то. Здесь. Какой закат, смотри. А, мы шли в кино. В кино мы не попали. В кино, конечно, мы не попали. Почему-то оно закрыто. Мы подумали, что, наверное, теракт какой-нибудь. Поэтому закрыто кино. Потому что ажиотаж сейчас. Очень много народу. Ну дай мне руку хотя бы. Ты еще хочешь, чтобы я еще и шлепнулась, что ли? Да? Ты прям жаждешь этого. Да? Леонардо там написано. Там есть, кстати, Леонардо. О, он дорогой. Ну вот это Ашана есть, да. Наверное. Ну да. Тут парковка какая большая. Луна вон там видна. Видите? Вон там между домом
другим домом. Ну не тыкай ты меня, господи, а! Что ты меня тыкаешь? Я на камеру снимаю. Ты меня трясешь еще вдобавок. Что ты меня какие-то, я не пойму. Здесь не пройдешь. Ну пошли туда, значит. Что ты мне об этом говоришь? Иди, значит. Ты меня ведешь, не пойму. Я тебя веду? Это ты меня ведешь. Вон дорога, ты меня ведешь. Да потому что ты дурак. Тропинка. Поэтому так все и происходит все время. Я не люблю там ходить. Там подвал, а вдруг он рухнет. И меня придавит. Так тут тоже машины ездят. Я думала, там прям тротуар. А ты? Ну, там церквушка. Там частные дома. Там люди живут в своих коттеджах. Ходят в Ашан, закупаются продуктами. Я сегодня тоже накупила продукты. Никогда бы не подумала, что я в Ашане буду покупать продукты и тащить домой их. Да? Да.